Свет спросила, ну, там, как насчет ответов на вопросы, записки, говорит. А я говорю, правду сказал. Дело в том, что у меня акустический концерт впервые в Крыму. И если кто бывал на моих концертах, вряд ли вы это делали. Я имею в виду на акустических. Видите, я даже гитару не беру. Дело в том, что я практически не играю на гитаре. Я обычно болтаю и все рассказываю. Не, понятное дело, что я что-то сыграю. Мы с тобой поем, не парься. Да, да. Ну, что-то я вот, знаете, я не очень люблю играть на акустической гитаре. Это раз. Не играй, так давай просто акапелла. Вот. А во-вторых, у него очень толстые струны, как сказал Кев, потому что, кстати, у тебя отличная песня, вот это про Крым, я прям заплакал, а мой друг выскочил из туалета прям, он говорит, это моя песня, я хочу ее послушать еще раз. Скинь мне, пожалуйста, говорит, клип у нее есть. Вы, кстати, знаете, что у меня мечта есть, вернее, две. Значит, одна мечта, ну, я не знаю, как будет первая, но вторая точно. У меня тут вот при детях и при жене говорю. Значит, первая мечта это... Где-то, ну, примерно, мне сейчас 41, переехать в Крым, ну, там, приблизительно, может быть, лет через 10, чтобы здесь жить. Да собирайся уже сейчас, потихоньку. Я уже подбиваю прилив. А второе, это чтобы, когда я помру, чтобы меня сожгли и прах развеяли. Знаете, вот из Балаклавы выезжаешь, и там бухта вот эта, вот, чтобы там вот меня развеяли. Это я точно, это я прям завещаю детям, чтобы, если записал. Я, кстати, мы сейчас катались 3 дня назад там. Я подумал, вот здесь вот меня вот так чучку так развеет. Я там искал. Собирать войне, это говорит, на корабле промышляешь. Недорого. Бесплатно. Бесплатно. Умрешь бесплатно. Я убью тебя бесплатно. Умрешь бесплатно на корабле, если хочу договорить. Потому что, ну как бы, моя. Вся моя. Можно было подвигать. Нет, на самом деле вся моя жизнь, вот. Не знаю, долго, недолго, 41 лет, да, год. Да, я здесь присутствую на Крымской земле буквально, по-моему, с двух лет, то есть с 77 года, потому что у меня были там заболевания какие-то легких, знаете, там воспаление легких, вот все ботва, и доктор сказал, ехайте в Крым. А он у меня тут в Севастополе, тетя сейчас, ну там с братом строили, а до этого жили бабушка, дедушка, они все умерли. Вот, и поэтому я здесь тусуюсь с 77-го года, поэтому вот так вот. Почти каждый год, да, да, для меня это реально родная земля сюда, когда приезжаю, все время тоскую по Крыму, знаете, все говорят там, типа, надо ехать там в какие-то другие места, да, мне вот это не нравится, был я там, отстой, Крым, Крым. И более того, в этом году у меня сбылась мечта, я приехал сюда на машине. Путешествую, слушайте, испытываю лютый кайф. Ну вот эти дороги, которые, особенно по ЮБК, которые ну, вот это, петляют, я прям ловил кайф. Мне так понравилось прям. Ну вообще супер. Я обожаю эти дороги прям вообще. Лучше их нету. Что такое ехать по прямой? Да это отстой. Для мужика раз. Смотря какая машина. Я хорошая. Смотря сколько едешь, смотря сколько едешь. Ой, это да. У меня хорошая машина. Шкода Октавия. Не, серьезно. Ну давайте, тут Кев сказал, что я буду играть песни с нового альбома, но это фигня. У меня есть пара песен, которые я хотел сыграть с нового альбома, но не уверен, что я их смогу сыграть, потому что я их уже месяц не играл. Я их скачал на iPad, честно. В 7-м году я был. Старые сначала, потом... Вот, я и хочу сыграть исключительно старые песни. О, громко-то как. Отлично. Да, если кто умеет играть, может сыграть, пожалуйста, играть не умеет никто. Но кто не умеет, не стучите, вы будете меня сбивать. А никто не будет. Это не круто. А, слушай, а вот это что-то можно поставить, как делать? Подругу поставь, а. О, отлично. Сейчас я забыл. Нет, так он собьется. А она не строит уже нифига. Секундочку, сейчас у меня тут есть специальное приложение. Илюха, а в 2007-м какие приложения были? Слушай, ну в 2007-м я со свистком ходил. О, у нее тут... Ой, ой, ой.
справиться быстро. Я пойду чеку нагонять. Здравствуй, гитару. Сломал гитару. Ебан, парни. Я тебе говорю, три сегодня. Ебан. Ты опять в номерах пьешь виски? Не, ну вообще, конечно. Нормальные пацаны настраивают гитару после того, как уходят. Это я шучу, если что. Обычно струны уходят вниз, а у меня почему-то вверх. Кроме ми. О, уже лучше. Ну что ж, первая песня, пускай она будет, которую мы, собственно говоря, придумали первую для Порт 812, называется «Без тебя» в 99-м году. 18 лет назад. В этом году, кстати, мы справляем 18 лет группе Порт 812. И, кстати, да, и я не очень хорошо умею играть на акустической гитаре. И, как говорил Брюс Спрингстин, не заставляйте меня играть на акустической гитаре. Я могу играть 10 часов на электрике, но на акустике не умею. Умеешь петь, нормально. Да, но я могу немножечко спеть. Да, окей. Рассвет, закат, закат, рассвет, они вроде бы есть, а вроде их нет. А я отдаю на что у нас, что солнце в это трудно поверить, в этом факте это голубые. Как утро, как еще весна, как уж весна. Все в это, как без тебя мне, как без тебя мне нелегко, как без тебя мне вы. Как без тебя мне нелегко, как без тебя мне нелегко. Сверкают лужи в твоих глазах, мигали немного я слеза. Не хочу сказать, что без тебя волоса. Неудачные взгляды от воздуха в моей груди. Без тебя любовь вина, это лишь вода. Все в этом, как без тебя мне. Как без тебя мне нелегко, как без тебя мне. Как без тебя мне. Как без тебя мне нелегко, как без тебя мне нелегко. Я не знаю, с чем это связано, но тем не менее это происходит.
Давайте что-нибудь еще. Я думаю, что мы сегодня не будем заострять внимание на каких-то новых, тем более, что их всего две. Только старые, быть. Только старые будут быть. Отлично. Поэтому... Не, не тоже старые. Старые лицо не знают, не играют. Давайте так, давайте так. Я просто буду... Да, да. Кстати, ребята, если у кого есть желание, денежки немножко, у меня с собой есть немножечко футбола и дисков. Эска есть? Эска есть. Я забил. Но забил первый он. Ну их несколько у меня, по два экземпляра. Два таких. Ну поспорим, кто первый забил. Эску? Тебе эску начну тоже. Где, на чем? На хую он носит эску? Мародер, с приездом. Давай. С приездом, вас тоже. Спасибо, Ребзо. Спасибо тебе. Очень приятно, что вы здесь оказались. И, ну, мне реально очень
Ну, здорово, потому что мы здесь когда последний раз играли? Наверное, 2009 был, или 2010 году. Уже с тех пор мы записали... Мой из бункеря, а после этого было еще... Да, уже с тех пор мы записали сколько? Уже сейчас третий альбом вышел, а мы еще ни на одну гриму вообще. Мы не писали вас здесь всегда. Стыдно должно быть. Ни на одной презентации. Спасибо, Соколь, я к тебе подходил с девушкой. Понял? А девушка он помнит. Я помню, нет, я помню, что подходил человек, говорил, я из Севастополя точно, но это было недавно совсем. Это было в прошлом году. Да, в прошлом лету. Я помню. Тебя! Я тебе сказал, я все помню. Не отвертишься. А я что? Я все могу. На пиво, может, запьешь, нет? Может быть. Я и свое. 18-ку! 18-ку, да? Да. Давай. Удивительная история про эту песню. Мы же когда начинали, это была буквально одна из первых, то есть, ну, типа, вторая, там, «Без тебя» 18. И публика еще не успела смениться, да, еще с мародеров, они перетекли плавно в портов. И я смотрю, как вот это, типа, вот такие мужики. Слушай, начинают рубиться. На меня все смотрят и думают, что я мародер, а я порт, на самом деле. Начинают рубиться под 18 мая, а я смотрю. Слушай, я смотрю, а мне страшно, думаю, что там творится вообще в зале, а там такие вот дяди. Я просто захожу в гримерку тогда с девочкой маленькой такой, говорю, ну, помнишь меня, мы в 2007-м, там, в 2008-м выступали в бункере у нас в Севастополе, мы с Севастополя. Пришли, ну я хочу сфоткаться, Бункер холодно было, я помню. Да, было хуёво, звук плохой. Это был второй панк-концерт. Там был маленький комик, сраный. Да, сраный маленький комик, блядь. Ну, мы там тоже были. После смерти второй панк-концерт был порт 812 мой в жизни. Вообще, я в школе учился еще. И, ну, это... Я предлагаю послопать. Порт 812. Я остался верен музыке своей. И твоей. Давай! 18 мая, никто не понимает, ее волнует вопрос. Что это за лидер? Откуда в этот друг? Насколько в этом серьез? Я не раньше сказал, что это не от нервов дорогая. Что это все другое? Yeah.
Чаще, чем вы думаете, так сказать. Ты видел, конечно. Ну, не только я знаю, что там была такая... Давай сейчас еще повторим. Смотри, там как идет. И весь зал. Давайте еще повторим. Первый раз очень классно было. А второй, третий участник. Да ладно, неужели это я так могу? Гонорар уже попросите. За третий уже гонорар попросите, я тебе говорю. За третий. Да, экзамен. Не общайся с ними плотно. Да не гонорар попросите. Да мы сегодня порт слушали. Крымский прикол. Типа я пою на концертах только за деньги. Типа, я, конечно, подпою ему на разок. Полет души мы сегодня будем слушать. Мы будем его петь, а не слушать. Так. Полет души, это знаешь, как там? Да, вот именно так. Но это невозможно сказать. Ну мы с тобой, ты похлопаешь, а мы подпоем, давай. Не, я могу что-нибудь другое сыграть, у меня же много песен. Слушай, ты играешь, что душа просит. Давай. Ты приехал сюда давай. Играть не по заявкам концерта, а то, что душа просит. Слышишь? Ты нам даешь концерт, да. Мы это играем... мой менеджер сегодня. Мы их боим, я сегодня приехал. Если я твой менеджер, то ну... Ну, мы договорились. Сколько тебе надо? Собрать. За эти 10 лет. 10 лет! 10 лет!
это надо выпить. За это надо выпить. На самом деле это очень смешная дата, потому что я до сих пор чувствую себя тем же самым чуваком, который приезжал сюда 10 лет назад. Бля, я до сих пор слушаю с мамой спорю, она говорит, ты, бля, не можешь так себя чувствовать. Я говорю, бля, мама, есть пример. Она говорит, нет примера. Она, ну, я жил в Питере вот 2 года. Я к тебе пришел на концерт, привел друзей севастопольских. И, ну, я больше чем уверен, что есть. Я уверен, что я себя чувствую где-то. Потому что душа просит. 23-24 марта. Душа просит. Слушай, я вообще не понимаю, как люди в 40 лет стали по-другому стариками. А что? Как еще? Ну, вот у меня твой детей, мне, кстати, сегодня Петя впервые на концерте много пришло. Я тоже отличная фигура. Я, наверное, застой. Я это про фигуру уже спрашиваю. Он ко мне подкатывает. Не, я говорю, 41 отличная фигура. У кого? У тебя, видимо. А, у меня? Либо у меня, либо у тебя. Я что? Ну, я не знаю, большими сиськами что. Главное, душа у меня. Я же говорю, фантом. Это мой двор, Илюх. Да, я о том. Это мой двор. Так мы его и споем. Просто, да, да. Что-то еще называется. Ну, да. Я у вас иначе. Я начинал первый концерт. Давай, давай, давай. Давай, давай. Я его обошел. Давай, давай. Ты меня просто не помнишь. Я весь сейчас. 70 там. Меньше меня. Сейчас 125. А, да, кстати, если... А, мы же начали про 10 лет, что-то там, и опять... Ну, про 10 лет, да? Короче, если у кого-то накопилось за 10 лет вопрос, вы можете говорить. Я ни разу, никогда в жизни не играл на акустической гитаре. А знаете, что я играю в электричестве? Я вам сейчас скажу. Я стою, пока ты придешь, пока нет и нет тебя опять. А басист что-то там играет. Поэтому, пацаны, я просто не знаю, что ты сейчас играл. Я не знаю, что они играют. Я сам еще. А, вот, давайте я подобрал, подобрал. Не мы сейчас... Подожди, ты... Погоди! Не говори! Большой, не говори! Да! Да! Это каждый ночь, а каждый день, в это время никому никогда не лень. Разводить себя на соты мосты, разводить лицо, бери шарое сердце, и вернем первый день. А вы лагали ему назад, я прошу всего до смерти. Пара, 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 пара
это мои яйца, так как я танцевал, значит, не очень, поэтому. Я видел, как ты танцевал. Мне слишком много фантрока. Не, мы оба с ним обижались на гитарку, она толстовата для панковских пальцев. Нет, ну нет, гитара превосходная. Струнки. Струна толстая. Шестая там. Гитара превосходная. Она рассчитана в ре вот играть. Да, да, да. Она широкая. Для легали. Для метола. Оригами вот это вот. Оригами, луна какая-то. Уже наш. Оригами. Я стараюсь, чтобы... Оригами. Нет, самый прикол, знаете, какой? Он, значит, Кэф такой приходит, мы, значит, болтаем, когда здесь, вот просто... Говорит со мной нормально, по-питерски. Только начинает с кем-то говорить по смеслу. А он подстраивается. Хамелеон. Да? Хамелеон. Он на ступеньке приходит, вроде трезвый. Раз буквы. И как это понимать нашему вашему? Что это такое? Фриш, пошел, вот взял, а то... Тебе не забудь, кстати, клип скинуть в эту песню, больше понравится. Такая вот... Буду ее это... Ну, если получится. Че, пиво разносит без того? Да, да, лучше я, лучше я, чем я. Скажи, у тебя как компания пошла бы стоить. У тебя же есть пиво. Много пива лежит, не мало, знаете. Я занавчусь. Ну, я думаю, что уже много тёлок не нужно. И потом, это уже свежее. Ну, давайте, что-нибудь ещё. Панбут за ним. Панбут у меня в списке написано. Без тебя два ещё. Почему посидит? О, это нереально. Сейчас я вспомню. Там вступление очень сложное. Не сошлось, давай, да? Давайте без вступления. Давай без вступления, конечно. И под текстом, и вообще никакого социального протеста. Ведь ты в инакте, какие я. Придумайте хоть что-нибудь своими мозгами. Если про любовь ты пытаешь нас. Кажется, что кто-то из нас, она нас. Банду, это просто мой банду. Банду, и снова мы тебя будем банду. Снова я себе снимаю. Вот и банду, банду, это просто мой банду. Банду, снова мы тебя будем банду.
разные куплеты, я куча вот этих слов запретных. Я его скомкал. Да, гитара еще. Ну и нехорошо. Папа, не ругайся. Я не слышал. Ну, слышал, он приехал даже. Так, ну что, вы будете вопросы задавать за 10 лет накопившись? Или все же? Слушай, у нас на самом деле... Вот тебе свеженькая. А давай, давай, хорошо. Одня. Ну что, а вот, давайте смотрите, личные. Девушка должна понравиться, если они первый раз не видят. Любовь просто. Интересная деталь композиции. Как только появился Яндекс, помните, был сначала Google, а потом появился Яндекс где-то там. Помню, сначала был Google. Не, уже слышал наш, Илюха, да, Google. Google, а потом Яндекс. И вот в Яндексе я набираю, думаю, ну интересно же, какие песни запрашивают люди. Они запрашивают вот эту. Я думаю, нифига себе, а я ее даже на концертах не играю. После этого мы стали ее постоянно играть на концертах, потому что люди же хотят ее послушать, а мы ее банки тоже лирику хотят? Да, эти панки вообще. Да, ну не знаю. А где панки вообще? Где они панки? Где они есть? Где они есть? Одно название. Не сбивай, Моя свобода — это блеф и заблуждение. Она рассеется, как дым, и снова пробуждение. День прожитый без тебя, пустый, бесполезен. Мир постель пустой, холоден и тенсен. Ты только каждую ночь ты приходишь ко мне в мои цветные ясны. Не улыбаешься ты, я снова твой герой, и ты со мной. Thank you.
свобода — это блеф и заблуждение. Она рассеется, как дым, и снова пробуждение. День прожит и без тебя, пустый, бесполезен. Мир постели пустой, холоден тесен. И только каждую ночь ты приходишь ко мне в мои цветные сны. В них улыбаешься ты, я снова твой герой. И ты со мной. Которые реально почему-то всем нравятся, а я думал, что она никому не понравится. Следующая песня примерно из той же серии. Одна из тех песен, которые никогда не играл в акустике. Потому что она хорошая. Следующая песня, она такая, тоже из той же серии. Мы когда придумали первый альбом в 2002 году, когда мы записали эту песню, я подумал, ну вот мы ее один раз сыграем на презентации, и больше никогда играть не будем, потому что ну, в ней даже припева нету. И четыре аккорда всего. И это оказалось одним из самых ну, хитов, которые все любят, все поют, все хотят, чтобы мы играли постоянно. Я хочу слышать вас тоже в зале. 18 позади. 25 еще впереди. По земле тянет птица. Значит, будем мучиться, если будущее бред, если будущего нет, значит, я уйду сегодня, этот день меня забудет навсегда, навсегда, навсегда. Когда печален,
18 позади, 25 еще впереди, 10 не получится, значит будет мучиться. Спасибо. Знаете, что я сейчас подумал, ребята? Вот кто сейчас стоит перед сценой, вы 100% отображаете ситуацию в процентном содержании слушателей нашей группы. Некоторые говорят, это музыка для девочек. Я сначала подумал, действительно, ну я не знаю почему. Короче, я зашел в группу свою, ну под 812, знаете, официальная. Знаете, сколько слушает девочек? 11%. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мужиков, одна девушка. И где-то еще один мужик здесь где-то валяется, наверняка. Это вот 11%. Представляете? То есть реально, и когда мне говорят, чуваки, да, я говорю, чуваки, да я готов, я хочу, чтобы они ну, приходили. Приходят одни потные мужики, вот, начинают орать. Я сейчас Да. Начинают орать с песней, а девчонки, я не знаю, где это. Твои начинают орать. Еще не мои, а девчонка одна из них, вот, десятый, вот, девятый, он просто, вот смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вот теперь точно, ты слышал, что я сказал? Вот теперь полная статистика нашей группы ВКонтакте, вот, 11% девочек и остальные мальчики слушают. Значит, можно играть. Было очень давно, 10 лет назад. Да, это девочки сами не слушают, одни мальчики слушают. 38. В 2002-м, да. А из этих мальчиков еще половина, которые ходят в барбершоп, это наполовину мальчики. Есть только один потенциальный барбершоп. Я не хожу. Я только потенциальный, что я не из таких. Слушай, а есть здесь барбершопы, да, в Севастополе? Ну, в Крыму вообще, да? Потных мужиков. А девчонки куда превратились? Слушайте, знаете, какая аудитория? Я сегодня буквально заглянул в конторскую группу, думаю, а какая аудитория у нас? Кто нас слушает? Ну, интересно же. Девочек мы уже выяснили, 11%. А мальчики, знаете, какие? Мальчики. Нет. Ну, я иду в ногу со временем. От 28 до 34, то есть вот это вот основные мальчики. То есть мы не попадаем, да? А вы младше, что ли? По твоей броне я не могу сказать, сколько тебе лет. Вот чуть-чуть не попадаем. Зачем? 40? 20? Я не знаю. Но я реально не могу. Я, ну скажи, вот там 2007-2017 тенденция в банкроте есть. Положительных нет. Тенденций, но положительных нет. Не, погодите. В России, к которой вы теперь имеете некоторые отношения, то тут это ж, ну, нет никакого. Теперь самое прибыль. Я не знаю, как это... Я сегодня рассказывал, в Крымском банке есть тенденция. Мы же нас заебали, идти. Слушайте, ну, я вот сюда перееду, и все будет хорошо. Нет, зачем уроки? Просто сделаем группу и будем делать гастроли по этим, по деревням по этим. Ну, знаете, я с ними договорюсь. Моя, не умеешь играть, чтобы гастроли давать по деревням? Ну, придется твои выучить. Шандарман был нормальный. Давайте еще что-нибудь споем. Ой, время-то сколько уже. Мы никуда не готовимся. Вы не готовитесь, вы с весны это. То есть я не могу. Я не могу такие песни играть. Ты можешь, что играть? Да. Я просто смотрю сюда, в этот в список свой. Да, это, кстати, не первый клип, да? Ну, хороший. Счастливы, как дети, как
никто и никогда. Я не верю, мы потеряли все, что могли. Все закончилось так быстро, и мы снова. Я не верю, мы потеряли все, что могли. Все закончилось так быстро, и мы снова одни. Нечастым посетителем этих мест, где мы были вместе с тобой на весь золото мои воспоминания. И остается только собак твой, мой шурсы, миллионов я. Лишь когда я вижу сны, то я живой. Сны про тебя я не верю. Мы потеряли все, что могли. Все закончилось так быстро, и мы снова один. Я не верю, мы потеряли все, что могли. Все закончилось так быстро, и мы снова один. Там была фишечка, это потом мы сделаем. Я не знаю, ты, наверное, видел ее. Короче, для всех, кто не знает, у нас есть такая тема, там, знаешь, типа я делаю так. Я не да. Я его в прошлом году видел на нашем концерте. Поэтому делаем так. А в клипе нет этого. Смотри, смотри, мы делаем так. Мы снова одни. Мы снова одни. Мы снова. Нет, 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 я говорю, а вы потом отвечаете. Вопрос. Мы снова одни. 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 Типа там, типа там. Представляем, а это у нас гитарист. И он такой. А это у нас типа басист, и он такой. Да, и это у нас басист. А это типа барабанщик. А я такой, а я гитарист. А потом вы. Мы снова одни. 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 А я не верю. Я не верю. Мы потеряли все, что могли. Все закончилось так быстро. И мы снова одни. Я не верю. Мы потеряли все, что могли. Все закончилось так быстро. И мы снова одни. Снова одни. Спасибо, Ремсов. Молодежь, не молодежь. Знаете ли? Это молодежь уже не молодая. 15% женщин кричит снова одни. Эй, молодежь. Что? У нас нет такой песни? У нас есть такая песня. А кто умеет играть? Давайте играйте. Все умеют. Играть свои песни. Мы его сынули, если он еще не спит. Thank you.
улицы, но банки охранять, а мог я в порыве страсти пойти в прислугу власти ментовской дубинкой. Если разгонять, я мог стать авторитетом, руководить балетом у всех людей планеты. Я бодрость лысый мол, а не араб, я на сцене под ухами и в перьях. Стыдись, покрой проклятый, мне жизнь переломал. Банкрот разрушил мою жизнь, разрушит и твою сына, вот. Банкрот разрушит мою жизнь, какой уже на всей банкрот. Банкрот разрушил мою жизнь, разрушит и твою сына, вот. Банкрот разрушил мою жизнь, какой уже на всей банкрот. Щитил солдат, когда мне честь отдавали, а не в лицо плевали. Стыдись, покрой проклятый, во всем ты виноват. Банкрот разрушил мою жизнь, разрушил и твою сына, вот. Банкрот разрушил мою жизнь, такой уж этот зверь банкрот. Банкрот разрушил мою жизнь, разрушил ты твою сына, вот. Банкрот разрушил мою жизнь, такой уж этот зверь банкрот. Там еще два куплета, но не могу играть такие длинные песни, реально. Я же не, ну, в принципе, я занимался кикбоксом, но не настолько, чтобы держать гитару так. Да, пальцами сам не трогаешь, там только кулаки сжимаешь. Не смог, не смог. Спиннер надо крутить, а? Слушай, буду теперь крутить спиннер. Реально, ну тяжело. Тяжело, очень, очень серьезные струны. Так, у кого вопросы за 10 лет? Я все же хочу ответить на них. Лет через 10 точно. Я уже побиваю там клей. Может быть раньше даже. У меня есть эти там. На тамбурине. На этой херне. Люка, Люка. А 10 ёбаных лет назад. Ты зацепился с заступской тёлочкой. А у нас вписки были с такими чуваками, где не было никаких техпатчиков. Нет, на самом деле, у меня очень странная ситуация, я вам говорю. На самом деле, вот если жена здесь присутствует, пускай послушает, кстати. Если она не ушла никуда. Да? Это на самом деле, вот все думают, да, про артистов. Вот читают эти книжки, там, типа, вот что, типа, они там все, там... Вот у Моторхеда сейчас книжка вышла, у Лены. Типа там постоянно, да, книжка будет, типа там, мы приехали туда, я там склеил одну, склеил вторую, третью. Город 812, грубо говоря, на газете, блядь, афишем все. На газете, по сути. Реально, на туалетной бумаге. Делал Грэм, я помню. Димон делал. Там, конечно, жив, он живет всех живых, блядь. На северный жив. Так вот, к слову, к тому, что программа... Все думают, что рок-артисты, когда путешествуют... Ну, сейчас у нас меньше путешествий. В те времена, когда мы 10 лет назад там путешествовали, было больше. И все думают... Рок-артистов, ну, пацанов, типа там они приезжают, и там все время там какие-нибудь там девчоночки там и прочее такое. И как правило, это все наоборот получается. Приезжаешь и вписка с мужиками, их там человек 5-6, и ты говоришь, пацаны, вы что, геи, что ли? И реально это в каждом городе девчонок нет практически вообще.
То есть я ну, просто не вижу. Мы... Может быть, мы, конечно, гей-группы, я не знаю. Но посмотрите, что творится перед сценой. Послушай, 11% еще нет. Послушай, басни, прописку, басни. Ну это так и было, я реально клянусь. Реально у меня вот басист, он сегодня говорит, он, ну знаешь, выходишь, да, который в очках Лёлик, выходим с поезда, и нас встречают 5 пацанов, он говорит, вы что, гей, что ли? Он говорит, почему? А он, значит, на слово в карман лезет, он говорит, почему? А где девчонки-то? Ну, там они где-то есть. Где? Да, да, да. И короче, каждый раз приезжаешь в город, одни пацаны, и вот они за тобой ходят 4, 5, 6, и ты говоришь, да хватит уже ходить за нами. Где уже, ну, типа там, кто-нибудь? Аккуратнее. Поплыли слегка. Чего это? Большой приказал. Тяжело спорить с большим. Давай. Так а что, почему здесь курить-то нельзя? Или ты писать хочешь? А, ну где? Я плохой писать. Это уж у вас понравится. Сейчас так, фарбом про... Задолбал наблюдать в моих штах твое участие. Что за недолг, что за несчастье. Давно уже не в песне, давно уже в росте. В моих штах ты словно горная кость. Кому-то мясо собаки, кому-то коты, кому-то звездные войны, кому-то амори, кто-то летает, а кто-то отдори. Пацанам по ночам является брит, щелкам и спины, знакомые бриты. Разные люди, вид разные сны, но мои кошмары, только ты. Я повторяю вновь и вновь, поливай снов, ты отравляешь мою кровь. Я как детали следил, поливаешь снов, повторяю вновь и вновь, поливаешь снов, поливаешь снов, поливай. Очень сильно прошу, а иначе куда надо сообщу, ты спой, джахида у меня в голове. Вопрос погибает, не рады в войне. Я повторяю вновь и вновь, поливаешь снов, отравляешь мою кровь. Поливаешь снов, дали среди дом. Поливаешь снов, повторяю вновь и вновь. Без Соляги, чёрту Солягу. Соляги оставили Пинк Флойда. А что большое ты хотел вписать себе на ленточке на прогноге? Ой, отлично. Я это сделаю. Машинка? В каждом кармане по две. Кольщик, накали мне купола. Кольщик, накали мне. Голуби летят над нашей зоной. Голубям нигде преграды нет. Хоп, мусорок, пиши мне срок. Машинка тебе иголочку сломала. Тихо. Соседи сейчас бегут. О, нормальный пацан приехал. А то все приезжают какие-то панки, а то сейчас нормальный пацан хоть приехал. Ты рад в жизни. Хватит там смотреть смс-ки. Эй, пацаны.
пацаны, хватит совместиться. Тут клуб по интересам свои, тут СМС-щики, тут, короче, эти болтуны, там писарь пошел, тут, значит, этот камерист, там, значит, это лакшери, бриллиантами звенят, да, привет. Короче, у меня песен-то, слушайте, уже я пою, как этот, очень много. И с мародеров, и старого. Я люблю короткие песни, песни, о, песни! Прозевали? О, а вот это что могу? Каликовая детка! Все записали? Бля, это очень глупо. Я одни песни мародеров сыграл только что, между прочим, пацаны. А вот это карликовая пипетка. Вот. Так, ну что, слушайте, хотел сыграть песню «Севастополь». Давай. Текст. Я ее на самом деле играл уже только в электричестве. Но давайте, короче, мы ее примерно, я ее примерно сыграю, потому что я ее не могу что-то никак не вспомнить, этот мотив. Ну, короче, я примерно вспомнил. Песня называется «Севастополь». Это про северную сторону есть, там, где мы сейчас находимся. Не, они живут на там, 50 лет октября, или как это называется? Там? 3 сентября, наконец-то! Там кинотеатр в России, да. Вот там они живут. 50 лет есть сцена, да, называется? Да. Там они живут. Я туда в детстве ходил, во-первых, на Херсонес ходил, а во-вторых, ходил на этот, как его, солнечный пляж, да, называется? Да, ну, для детей нормально, на самом деле. Давай, давай. И будет все по-понарошку. И, короче, давайте я вам сейчас расскажу историю. Дело в том, что ну, так как я был это в самом раннем возрасте, там, ну, в Севастополе, жил у тети. Во-первых, это был мой привод в милицию в Севастополе. Сейчас я вам расскажу, как это было. Мне было, наверное, мне было примерно 3 года, наверное, я так понимаю. 3 года? Да. Может быть 4, не знаю. Да. Короче, это был мой привод первый в милицию. Награда нас за синьку не забирает. Ну, короче, слушайте. И, значит, мои папа с мамой ушли в кинотеатр. А там, если знаете, вот кинотеатр «Россия», а если чуть-чуть дальше пройти, там какой-то маленький был такой. Да. И там какой-то был фильм, который был для них, типа там, ну, не знаю, в те времена. Вот. И они, значит, ну, это не важно, это я уж потом узнал, по прошествии 15 лет. Ну вот, и значит, я что-то гулял с ребятами во дворе. У меня там 2 брата было, троюродных. Один сейчас в Владивостоке живет, сейчас в Севасе, а второй в Севасе. И что-то мне так сказалось скучно, а я знаю, что папа с мамой ушли в кинотеатр. А кинотеатр через дорогу. Представляете, да, вот там, где сейчас пиццерия Челентан, там она сейчас по-другому сейчас называется почему-то. 2 года назад была Челентан, сейчас другая какая-то. Да? Ну, неважно. Но она, кстати, есть еще в Альбухте, Челентан, до сих пор. Ну так вот, дальше, рассказываю дальше. И я, значит, подхожу, и я знаю, что папа с мамой, они ушли, значит, в кинотеатр в какой-то. А кинотеатр, я знаю, что я маленький, но я помню, что кинотеатр через дорогу. И вот я, значит, прихожу и стою возле пешеходного перехода. Ну, типа, хочу к маме с папой, потому что это кинотеатр «Россия». А братья вот эти мои троюродные, они были немножко меня постарше, там, типа, 2-3 года. Но они что-то меня проворонили. Я пошел. Мне было 3 года, опять же. И я стою такой на переходе и стою. 3 года, представляете, да? И какая-то тетенька говорит: «Мальчик, а что ты здесь стоишь?» «Давай я тебя переведу». Я говорю, я, да, я говорю, к родителям иду. Она говорит: «А давай я тебя переведу». «А где Аня?» Она говорит: «Где Аня?» Я говорю: «В кинотеатре». «Давай переведу, вот кинотеатр, давай». И вот я сейчас, как сейчас помню, они, значит, заводят в этот кинотеатр «России», ну, большой, помните, этот кинотеатр. Вот, и они, значит, меня заводят, и по громкоговорителю: родители Ильи Никитина, выйдите, пожалуйста, в этот фойе». Громко говорят, и это я помню. Никто не выходит. Что-то не выходит, и потом второе мое воспоминание: я сижу в милиции,
И меня спрашивает милиционер, а ты где, говорит, живешь? Ты никому не нужен. Да, я говорю, ты где-то живешь-то? А я, естественно, говорит, знаю, я знаю свою адрес, я говорю, в Поповке. Все знают, все понимают сарказм, да, в Поповке. А в Поповке, так это рядом совсем. А я тоже живу в Поповке, под Петербургом тоже есть Поповка, которая Красный Бор, она называется Поповка. Я говорю, в Поповке живу, он говорит, а в Поповке, так это что-то совсем. Слушай дальше. В Поповке говорю. И тут, в этот момент, в милицию врывается мой, ну, как бы это получается, это не дедушка, а у моей бабушки, короче, родной, у моей родной бабушки здесь жила сестра родная, она в Севастополе. У нее был муж, то есть мой, ну, как бы дедушка, двоюродный дедушка, да. Двоюродный дедушка улетает в тапках, в майке, в такой алкоголичке, в тапках, ну, в шлепанце, кричит, вот он. Это мне уже рассказывали потом. И он говорит, и милиция говорит, это типа ваш ребенок? Он говорит, мой. Он говорит, ну, а где там типа документы на него? Он говорит, это не мой. Говорит, как не мой? Как ваш, не ваш? Да это типа мой, но не мой. Типа давай сюда, он с дикими глазами. Ну вот, так вот, это был мой... Привет, Станюха. Да, это примерно, да, я рассказываю про себя. Дальше. Да, дальше. И вот, короче, значит, он приводит домой. Ну, в принципе, на этом история заканчивается, но... Но история заканчивается тем, что пришли мои родители с кинотеатра, который был не Россия, а который дальше там немножко, то есть наверх подниматься. Вот. И такие, они же не в курсе, а я уже дома. И, значит, мой двоюродный дедушка рассказывает эту историю, что типа вот, ваш сынуля пошел в кинотеатр, потом его забрали в ментовку. А я вот это забрал. И у мамы, естественно, случился там, ну, вы представляете, да, какое было ощущение там. Ну, то есть, если бы он туда не пришел, в ментовку, меня бы отвезли в Поповку. Ну, вы знаете, куда, да? В Казантип, да? Ну и все. Тусанул бы нормально. Ну, это, правда, был 79-й год вообще. Подождал бы немного. Как раз вырос. Так, Севастополь я обещал сыграть, да, поэтому с этим городом я связан очень интересно. Чего ж, Данюха? Все, домой? Давай, короче, я сыграю Севастополь, потом еще одну песню и все, и на базу, окей? Ты что не спишь? Мистер Джей. Я его называю Мистер Джей. Единственное, там есть какой-то момент, но я его не помню. Ну, короче, я буду петь сразу. Тут текст только. Навечно. Только слева ты растворял в моей крови слой бесконечного неба. Ты навсегда со мной. Пускай меня на волю я вверну горячего песка. Я попался в плен и звон, и белого неба можно. Теперь я стану ветром берега. Пел последний раз 10 лет назад. Я украл часть твоего сердца в твоих тандемах. Я давайте я тихонечко свой. Я украл часть твоего сердца в твоих тоннелях, мои поезда. Северная сторона тянется там, где Нева сведет свои мосты, укроет ветром снов.
очень сложную припеть, которую я пел очень давно. В тональное сообщение попадаю. Но я припев еще раз спою, попытаюсь душевно. Я украл часть твоего сердца. В твоих тоннелях мои поезда. И твоя северная сторона кончается там, где Нева сведет свои мосты, укроет ветром снов. Это мои первые детские впечатления, когда я ехал на поезде в Севастополь, знаете, проезжают эти тоннели, и это и всегда мама с папой обращают внимание. Да, они всегда говорят, смотри, 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 вот мы в тоннелях. Хотя я же ездил в метро, понятное дело. Но это очень удивительно, да, ты едешь такой чук-чук-чук, и раз, и ты скрываешься всем. Ну что ж, давайте, дорогие друзья, мою последнюю песню, потому что у меня тут моя семья уже это того самого. Вы сами знаете, какая песня последняя у нас, на букву М, Соня. Да, мама анархия. Я сделал новый портал, она сказала, что я мутант. Пришел я с красной головой, она сказала, что я больной. Что все мои друзья, что делают пару таких, что музыка. Короче, да я готов-то, у меня, видите, что семья, дети. За эти 10 лет так много всего изменилось. Подошли. Так это считай. Короче, если вы видели, а если не видели, то обязательно посмотрите. У нас сейчас вышла парочка клипов с альбома, который выйдет, кстати, 8 сентября. Но вы, если кто пришел пораньше, могли его услышать целиком. Вот, поэтому я сейчас... Бесплатно. Бесплатно, абсолютно. Бонусом. Сыграю песню, которая называется... Диски, да. Есть. Я коммерсант от Бога. Забыл про все. Короче, Ребзя, у меня стоит тут котомка. В ней, значит, ты... В ней, значит, есть диски, которых вы еще не слышали, потому что это произошло в тот момент, когда мы сюда не ездили. У меня есть там дисков немножечко, ну буквально 4 штуки. Короче, диски по 300, футболки, и футболочки еще есть, футболки по, ну давайте по 700, ладно, я их по 800 обычно, если вас опасно, 700. Не обижай артиста. Давай посмотрим, там XN может быть есть, кстати. Сейчас посмотрим, что там есть, все разберем. Да, короче, футболки у меня есть, и дисков немножко. Хорошо, хорошо. Какой? У меня бунт на продажу и абсолютно всех, которые два последних. Короче, панк-бунт, он... Все, короче, песня называется «У Александрийского столпа». Это клип, короче, который вышел буквально 3 дня назад, я его сейчас исполню. Но, так как я его не знаю, как играть, поэтому я сыграю по-своему. У меня просто гитарист есть для этих дел. Да, поэтому я шансончик сейчас. Вот Гриндей, кстати, тараканы тоже сказали, что... А что за песня? Я просто Гриндей не очень люблю, поэтому я серьезно. Хотя было у них 4 раза. Ужас. 4.
монстр, понятное дело. Про Санкт-Петербург песни. Этот город, где расходятся мосты ночью скорой. Здесь повстречались я и ты. Летний праздник, мел народ и вместе с ним двое разных. Мы шли и делались одним. Воу-воу, воу-воу. Двое разных, мы шли и делались одним. Воу-воу, воу-воу. Двое разных, мы шли и делались одним. Летний праздник. Нож зеркала в эту радость предавкапля заскосала. По разведенным берегам слез не надо. Мосты сойдутся, их шесты, мы снова рядом. Ты знаешь, где меня найти. Александрийского столба. И куда бы нас не развела толпа, что тебя у Александрийского столба. Воу-воу, воу-воу, что тебя у Александрийского столба. Воу-воу, воу-воу, что тебя у Александрийского столба. И куда бы нас не развела толпа, жду тебя у Александрийского столба. И куда бы нас не развела толпа, жду тебя в шесть у Александрийского столба. Спасибо, Левчик, офигенно вас люблю. Да я уже на бис сыграл. Дорогие друзья, пощадите артиста. Он уже голос посадил. Спасибо, Илья Мародер, за искреннюю любовь к Крыму, выраженную в словах и песнях. Спасибо Кефану Стасу, истинному культуртрегеру и патриоту Крыма, который пытается объединить разъединенные штаты Крыма в единую культурную среду. Спасибо всем крымским музыкантам и немузыкантам, нашедшим себе силы прийти сюда. Подтаскивайте тех, кто еще более ленивый. Спасибо Диме Воробьяку, нашему фронтовому рок-оператору, который бросается на каждый концерт на абразуру и снимает все абсолютно без денег и вообще чего-либо то ни было. Спасибо всем. Вечер продолжается. Веранда, бар, ваши. Спасибо. Можно я скажу, на самом деле это, ну, мне кажется, я много где был в Крыму, но это, я действительно такой путешественник по Крыму большой. Серьезный, можно сказать. Ну, конечно, может, что-то не видел, но когда я сегодня сюда пришел, в Калифорнию, я, честно говоря, мы вот выходили, и такой, опа, неужели такое возможно вообще? Ну, я не говорю, что типа там в Крыму, а вообще, просто на планете Земля, что вот, вот нас водили по комнатам, вот это тут Элвис Пресли жил, нет, тут, значит, это Джимми Хендрикс. Ну, короче, чтобы вот так вот все было, с такой любовью и с такой вот с пониманием дела, я такого никогда не видел, это очень круто. Это уникальная вещь, уникальная жемчужина. Знаете, мы когда ехали по этой дороге, я такой трясусь и думаю, куда мы сейчас приедем? Куда меня везут? Что сейчас будет? И тут раз такой просто, как будто ты на другую планету попал. Это очень крутое место, ребят, цените, это здорово. И спасибо тем, кто этим занимается, спасибо. Это
это просто великолепно. Спасибо. Спасибо, Лена, это еще не все, что мы сделали. Приезжайте в следующий раз, увидите что-нибудь еще. А также отдельное спасибо Симферопольскому клубу «Блэкаут» и московской группе «Седьмая раса», которые подарили нам эту гитару и дали возможность на ней сыграть следующим артистом. Забыл сказать отдельное спасибо группе «Запрещенные барабанщики», которые клеили афиши вместе с нами на этот концерт на южной стороне Севастополя.